Так, что у нас здесь? Побольше сделаю на 8, чтобы он пожиже был немножко. Ну давай. Потому что же это... Мы делаем ленивый Наполеон, да? А-ля маскарпоне, тирамису. А-ля с кремом тирамису. Ну, тоже крем не настоящий. И у нас вот сама начинка будет не коржи, а вот такие вот слоеные ушки. Вот, купили 3 пачки. И сейчас мы делаем торт. Все, хватит. Ложку растираем. Так, растираем ручки. Надо помочь. Хочу показать. Вот такая вот форма есть. Настя. Для торта. Очень старинный. Ну, хотя смотри, молотит как надо. Хотя молотит как надо. Взять его этот дремель. Ага. На дремель навернуть. А что? Так, ничего, у нас сыр маскарпоне. Опа, сыр. Мы его смешали с желтками, да? Да, желтки взбитые с сахаром. Желтки взбитые с сахаром и сыр маскарпоне. Мы делаем такой ненастоящий этот Наполеон, ленивый Наполеон. И вот такой вот крем. Можно было сгущенку сделать с маслом. Ну, разные кремы есть. Ну, вот у нас как этот маскарпоне. Господи, как это отсвечивает. Вот маскарпоне и желтки. Это сейчас мы... Тюк-тюк-тюк. Комочков не было, однородная масса. Да сколько они охота возиться, да, вот этими всякими заморочками, уже способен. Да, взбиваем сахаром. Короче, включается у нас ручной труд, обороты ручного труда. Ой, зачем нам блендер? Зачем нам миксер, когда у нас... Когда у нас есть ручной труд. Видишь, как ручки-то работают. У нас качество взбитых белков, как сказать, улучшается. Они не должны скатываться. Вот видите, вот так, переверни мне чашку. Вот, Миша, видите? Они не скатываются, значит, они готовы для взбивания. Ну, позбиваем еще маленько. Не, можно перевзбить просто. Значит, ручной труд. Все? Все? Готово, да? Теперь торт туда. Желтки с кремом. И со взбитыми белками. Ой, красота. Я, чтобы знать, что происходит за кадром. А что происходит за кадром? Облизываю миску из взбитых желтков. Очень жаль, что у меня здесь никак у ящерицы. Я бы прям одним махом вырезала бы все. Ой, какой вам нравится? Мой. Так, ну что, вот наши печенюшки, которые а-ля ушки. Мы сейчас выкладываем первый слой. Крем можно любой сделать, да? Какой хотите. Заварной можно сделать. Можно заварной, можно
Сгущенка с маслом. Сгущенку с маслом. Можно вот такую вот. Если есть маскарпоне, взбили вот желтки и белки и добавили маскарпоне. И сейчас мы просто выкладываем. Да, крем чуть-чуть пожиже, чтобы был. Чтобы они, так как они сухие, они в себя возьмут влагу, укрепятся потом на холоде. Угу. И все. И будет это. И будет вам счастье, да? Да. И будет вам счастье. Я вот попробовала пальчиком. Так одна тут у меня не влезает. Сейчас я поменьше хочу ставить. Ага. Все. Все. И сейчас мы этим кремом. Я надеюсь, что он застынет у нас. Конечно, застынет. Там же сливки. Сливочный крем маскарпоне. Любой крем застынет, если там есть масло. А так как у нас это маскарпоне, это 75% сливок, так что тут не боись. Угу. Как хорошо, когда есть кто-то, кто это делает. Все. Так, и сейчас мы второй слой, да? Можно я намажу? Кого намажешь? То можно ли ты и можно второй слой сделать? Давай, накладывай. Угу. Все, Степа, спасибо. И вот так вот у нас второй слой. То у нас уже какой слой пошел? Раз, два, три. Третий, наверное, да? Так, вот такой вот получился уже тортик, залитый кремом. И сейчас мы сделаем, мы посыпем его какао, да? Ну и все, и там украсим. Крошкой. Орешками еще украсим. И крошкой от печенья. Крошка от печенья и орешками украсим. Ну вот такой получился у нас торт, посыпанный какао. И сверху мы украшаем миндалем. Миндальный орех. Покажи, какая вот у нас. Вот над тортиком чашку подними. Размоченный миндаль. Размоченный миндаль. Мы укладываем вот такие орешки. Освещение в комнате не очень. Ну, вот так вот. Вот такое. Ма! Ну что? Выбрались на улицу. Не терпится нам, не терпится. Не терпится. Да, Степа? С праздником! С каким праздником? Праздником? Все. Какой праздник-то? А зачем ты тушишь? Он еще не сгорел, ты его тушишь. Клюшка! Слушай, семейка этих самых. Не скажу каких. Одна елку поставила, другие приехали уже с бенгальскими огнями. Ой, вот семейка. Все делаем быстро, заранее. Подожди. Уже прогорело тут. А что вы их в руках не держите? Хотели красоту сделать, да? Короче, вот такие мы. Тебе дать бенгальский огонь? Мне бенгальский? Да, конечно же, давайте. А мне сломал. На, держи. Зачем мне? И я. Ну, что-то. О! И у меня огонек. Огонечек. Что-то они такие, смотри, дохлые. Китайские. Они говнянские. Говнянские. А сколько им цена? 30 рублей. Ой, понятно, говно. А мы ничего не жгут. Короче, вот так мы гуляем. Жгись! Во дворе у себя. Тупая. С бенгальскими огнями. Слушай, они даже не догорают. Ну? Они даже не догорают. Ну и что толку от них? Да, Степ? Да. Ой.
что, говно? Ну не надо, ты что, ты хочешь, чтобы сгорело? Короче, надо собрать их собери сейчас все. Собери все, Стёп, собери. Короче, надо посмотреть. Не берите. Они только загораются, и тут же они тут же тухнут. Не покупайте. Цена им 30 рублей. Лучше взять подороже на Новый год, потому что скупой платит дважды. Все, говно. Не покупайте. Ну так, взяли ребенку поиграться на улице сейчас. Снежок выпал, и мы вышли с ним. Думали поджечь, поиграть, и ничего не получилось. Лучше купить хороший за 100 рублей, понимаешь? Да, купить хороший за 100 рублей. Так ты купишь настоящие бенгальские огни. А это вообще... Я отломал ледышку. Я отломал. Представляешь? Ну что, китайские, кто там производитель? Китай. Ну вот они, видишь, они наполовину рассыпались. Зажигалка у него кончилась. Все. Нет, толку от них нету. Дай. Все. Да все, они сейчас да. Уже сгорят. Подожди. Дай. Все, потух. Все. Безобразие. Короче, надувательство русского народа. Безобразие. А так на улице хорошо. Мы сегодня день провели продуктивно. Сделали торт. Вообще непонятно, какой торт. Фонари на лампу, да. Фонари на машину. Ну мне, господи, я заговариваюсь, мне можно. Так, ну что, друзья мои, пойдемте домой. Еще сделаем такой тортик. Пойдем. Тортик еще один маленький. Все, мы уже один сделали, пожалуйста, еще один привет. Сделаем. И пойдем. И будем пить. Чай. Что мы будем пить? Чай и смотреть хорошие фильмы. И кофе.